В этом году очень большой объем дорожных работ на территории Вологодской области выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важным моментом в проведении всех процедур является оценка качества выполнения этих работ. Ранее мы большое внимание уделяли именно отборам проб асфальтобетона для того, чтобы оценить соответствие государственным стандартам уложенного асфальта. Однако сейчас мы уже начинаем контролировать более детально и качество дополнительных элементов, например, таких как разметки. Важным моментом в нанесении разметки является ее светоотражающие свойства. Для того, чтобы оценить толщину разметки, оценить светоотражающие свойства, необходимо также дополнительное лабораторное оборудование, которое и было приобретено. Специальное оборудование – это ретрорефлектометры и высотомер. Один ретрорефлектометр измеряет у нас световозвращение дорожных знаков, второй – световозвращение дорожной разметки, и высотомер измеряет толщину нанесения дорожной разметки, то есть нанесение, когда происходит термопластиком либо холодным пластиком, от толщины линии зависит срок использования данной дорожной разметки. То есть в течение месяца мы проверили уже 10 объектов. Сейчас на всех планируемых к сдаче объектах БКД обязательно используем данное оборудование. Мы сейчас ездим, проверяем, то есть соответствует ли после 4 месяцев летнего использования данная разметка качествам, предъявляемым для обеспечения безопасности дорожного движения на региональных дорогах Вологодской области.